И всем большой привет, с вами Гантриус, и мы продолжаем играть в Flatout 2, да. А настанется мы в том моменте, что мы купили новое корыто, Blaster XL, охеренно просто точило, так что давайте продолжаем карьеру, собственно. Вот, собственно, эта тачка, она охуенная, просто, блядь, пиздатая. Окей, у нас следующая гонка, и я уверен, что, вот, знаете, будет следующий дерби. Ну, нижний вот это, короче. Что ж, давайте начнем. Пиздить всех. Оба. Бля, ну не, давайте начнем заново, что-то как-то очень плохо получилось у нас, конечно. Ну да, ну чё с них взять бота ебаная. О, кстати, мы быстрее всех стартанули, кстати. А, нет, показалось. Бля. Сразу минус тачка. Ой, бля, поддельный смех. Так, раскидаем всех пидорасов, короче. Нормально. Развернули неприятеля нашего, которого мы ненавидим всей, блядь, душой, наверное. Так, оба. Ха-ха! Ебать, лошара, Фрэнк Малов. Вот это чисто лох. Блядь, а вот это сейчас я буду лох. Так, окей. Так, давайте помотаем кого-нибудь. Чтоб нам не было одиноко, так сказать, потому что нам скучно. Да? Так, давайте его причатаем. Ой. Наверное, случайно. Рука дернулась просто немножко. Окей, давайте за Фрэнк Малком, хотя... Бля, не хочу, не. Да. Всем привет. Хотя ладно, чё, блин, переживаю. Господи, у нас тут мало вообще этих. Рэй Картер у нас. Как всегда. Смотрите, а, ну и я, блядь, естественно. Просто пиздимся. И догоняем всех попутно. Так, кстати, надо догонять всех, кстати. Так, давайте пропечатаем Джейсона Уокера, да? Где он? Вот он. Вот он, малыш. Вот он, иди сюда. Бам! Перевозка, ёпта. Всем привет, перевозка от меня. Бля! Пиздец, ребята. Вот это, конечно, мы дали. Блядь, ну что за пиздец происходит с этой тачкой? Тачка, вроде говорится, управляемость хорошая, пиздатая. Ага. Прям слышно, да? Прям чувствуешь, что она, ребята, управляется. Вы чувствуете? Вот я тоже чувствую, ребят. Управляемость просто на высоте, вы понимаете? Вообще, управляемость просто, вот знаете, шикарная просто, ребят, управляемость. Я не знаю, как они вообще это сделали. Ох, ебать. Так, иди сюда, малыш, иди сюда. Оба. Ага, ага, прижали. Ага. Кстати, кто у нас первый? А, ну точно, Софи Мартинес. Со своим мелкий чили пеппер. Ну что, сейчас мы ее припечатаем куда-нибудь нахуй. Давай. Оба. Перевозка. Бля, это долбоёбка, что ли? Не, видели, что она вообще творяет? Так, Уокер, иди в жопу. Так, давайте отнимать его, у нее победу, потому что, ну, пошла на пизду. Отлично. Минус конкуренты. Так, окей. Я лидирую пока что. Это все четко, заебись, все вообще. Чики-пуки. Шмуки. Так, давайте поедем здесь. И тупо ебашим. И тупо вообще изи. Минута два. Нормально. Отлично. Чем мы говорим? Ну это все. Чисто изи.
Сука, Джек Бентон, тварь. Окей, новая гонка. Пока что не собираюсь новую корыто какой-то покупать. Мы, пожалуй, на Бластере закончим карьеру Дерби, наверное, все-таки. Потому что тачку нет смысла покупать новую, потому что, ну, просто так деньги потратили. Лучше я сохраню на... знаете, на что? Бам, вот так вот. Нормально. Знаете, в чем еще прикол? Вот. Ну, у меня до сих пор, знаете, на лицо шок просто, вот, знаете. Как может 2006 год вообще иметь такую физику? Я такой, бля, чё? Потому что я помню, игры 2006 года вообще полное говно. Ну, если так думать, да? Хотя, чё я пиздю-то? И первый Flatout тоже был пиздатый для своего года. То есть, ну, бля, чисто реально охуенно. А смотришь на эту помойку, как ее, под названием Roblox, такой, бля, пиздец. Вот реально было вообще ноль денег, как будто они делали просто на отъебись и все тупо. Хотя и сейчас выглядит так же уебищно, че я, блин, говорю. Блин. Кстати, у нас мордашка говорит, да все заебись, ёпта, хули мы ноем. Так, кто у нас впереди? Ну, Кэти Джексон, Шмексон. Кстати, где Супер Мартинес? Пятая. И Джек Бентон, блядь, сзади, сука. Поносный мальчик. Иди в пизду. Спасибо. Так, иди. Так, иди ты, блин, в пизду. Кошелка. Так, Джек, я, конечно, все понимаю, ты там все дела, крутой там. Желтенький такой, весь крутой. Крутямбовый, смотрите. Опа! Ха-ха, ладно. Повезло. Окей, мы немножко пободались с некоторыми, да? Но будем, короче, отрывать позицию. Просто, чисто. Подоблиться турнирный, да? Даже кто на втором месте? Джек Бентон, да? Это плохо. Блять, Джек, я, конечно, все понимаю, но иди в пизду. Бля, какой же даун. Бля, тачка дымится, не? Не, все окей, да, заебись, ё-моё. А то я тут ною, блин, вообще, блин, такой, блин, а, блин, все плохо, пиздец, ребятки. Все, блин, похороны. Хотя похороны надо, это что Джек, бля, слушай, Джек, я, конечно, все понимаю, ты там крутой, пиздатый, но... посторонись, ебать, лоб! Давай! Свали, ё-моё! Я, конечно, все понимаю... О, наш любимый человек умер, классно! Аж радость душей. Бля, Джек, ты заебал, честно, реально, братан. Ты можешь съебать, пожалуйста? И отдай мне первое место, реально. Ладно, срежем. Боже, ну какой я даун, блядь, серьезно. Пиздец. Блядь, машина вообще не управляется. Хотя, блядь, написано 9, блядь, и 8. Какие, блядь, 9 и 8? Вы ёбу дали. Блядь, блядь, Джек, я, конечно, понимаю, братан. Братан, братишка. Блять, сука. Блять, Суфи Мартинс, пошла ты нахуй в пизду, кошелка. Блять, блять, Джек, сука, пизда тебе, блять, в следующей гонке. Тварь ты ебаная, сука, блять, реально нахуй бомбит. От этого, сука, желтого пидораса, блять, реально нахуй бесит, блять. Все, нахуй тебе пиздец, блять, тварь. Хоть мы и так на первом месте, но, блять, пидораса этому давать сразу, давай. На, блять, тварь, сука, ебаная. Он бесит реально, блядь, очень, сука, бесит этот пидорас, реально. Блядь, Суфи Мартинес, я понимаю, реально пидораска еще там, блядь. Блядь, что они тут устроили, блядь, блядь. Ладно, похуй на это все. Давайте снова вырвать реально позицию, потому что, блядь, я не хочу дать этому пидорасу первый мир, потому что... Ёбаный ворот, пошел нахуй, потому что на этом повороте, вот этом, на этом конченном повороте, блядь, ну... Классно, супер.
Вообще охуенно. К тому же еще не та дорога, блядь, охуенно. Вообще забись четко. Блядь, я дурак, я дороги. Бля, ты можешь съебаться, братан? Спасибо. Мне поебать на эти столкновения, уже какие-то драки, вот эти все прочее. Надо, короче, врать тупо позиции. Я не хочу, да. Ну он опять, ну, Джек, я, конечно, понимаю, но иди в пизду, реально. Бесишь. У меня, блин, блин, этот, блин, внедорожный, блин, у вас, блин, прям такие болиды, блин, гоночные, блин, совсем охренели. Посмотрите, он опять, вот чист, я уверен, что он даже чистый, его никто не помял даже. Не, сука, я тебе не дам первое место, пошел уж в пизду. Это мое, блядь, моя точка, моя гонка, понимаешь? Джек, сука, реально бесит, блядь. Напишите в комментарии, кто у вас, ваш самый ненавистный тут персонаж вообще. Мой лично же реально Джек Бентон, он бесит просто. Ну, хотя, хотя Софи Мартинес тоже меня сильно бесит, ну, вот. Вот, он опять! Как он, блин, тут опять появляется все, блин. Джек реально бесит, честно. Этот желтый ублюдок просто. Ой, блин, у меня так от него дико горит, честно. Ублюдок, реально ублюдок. От него у меня всегда горит, знаете. Особенно вот, наверное, на повороте. В котором у меня постоянно какой-то медленный. Так, блядь, Джек, я... Блядь, Джек, иди нахуй, реально. Блядь, Джек, иди в пизду, реально. Иди реально в пизду, Джек, реально бесишь. Не, пошел в пизду, тварь, просто реально бесишь, реально, сука. Все, сосать, мальчик, все, бля, до свидания, мальчик, блин. Мальчик долбоёб, блядь, сука, у него, блядь, лучшее место, блядь, реально, я не понимаю просто. Блядь, Фрэнк Малков и, блядь, этот, блядь, пидорас, сука. Ой, блядь. Хоть первое место, окей. Сплиттер. Это поража. Окей. У нас 224 тысячи, окей. Давайте. Так, это еще не все, кстати. Это последнее вот это будет. Давайте пройдем боулинг, хули нет. Так, и давайте выберем... Ну, это вообще без разницы, так что давайте выберем вот это. Ну, клево. Так, я это знаю все. А с ВКО пытается научить, ё-моё. Я, блядь, профессионал гоночных там болидов там все дела. Оба. И... Страйк. Нормально. Так, у меня страйк. Так, у меня пока что 10. Так, надо еще один страйк сделать, и будет вообще класс. Хотя, блин, тут у нас сколько раундов? 5? Ага, нормально. Бля... Бля, ну не долбоёб, Лерия, вот реально долбоёб. Ух, блинский. Какой-то я даун сегодня.
Ну, я просто не настроение сегодня, просто вот реально, чисто вот настроение говно. И давай. Ты чё, блядь, охуел, блядь, сука, игра, ты чё, блядь, сука, ты охуел, игра, ты чё, блядь? Ты чё, блядь, игра, охуела, что ли, ты пидорасы, сука? Меня немножко пригорает реально просто, вот, после Джек Бентона реально бесит. Да чё эти мне трюки реально раздражают, а что я их прям, ну, блядь, терпеть не могу, они отвратные. И, давай, страйк, сука! Блядь, ну, сука, ебануться в рот твой, член. Сука, 7, блядь, иди в пизду с твоими 7, блядь. Какого хер, ёпта? Хватит это терпеть. Ну, если честно, да, будем честны, в этой игре трюки продуманы очень хуёво, честно. То есть они абсолютно уёбищные, они отвратные. Ничего не имею против них, но, бля, просто... Я их не особо, бля, терпел в детстве. В детстве я их вообще ненавижу, потому что они были противные, отвратные, какие-то странные, в отличие от самих гонок. Хотя, я не знаю, некоторые трюки все-таки у меня получались отлично. Не помню, какие только, посмотрим. Ой-ой-ой, что-то, блядь, слишком сильно. Такс, и... И давай! Есть! Отлично! Фух, отлично, третий раунд. Давай. Двадцать восемь сойдет, да. Давай. Нужен. Ах ты, сука. 7 пинс, окей. Let's go. Давайте еще раз попробуем. Так, давай. Вот, естественно, лучше всегда будут, но это всегда, это... Закон всех игр, боты всегда лучше тебя, потому что, ну, боты это боты. Так. Оу, yeah. Нормально. Так, я на первом месте, окей. Отлично. Ой, блин, хоть бы не заложить, пожалуйста, господи. Если заложаю, я не буду проходить уже просто. И... Тридцатку, окей, нормально. И вот так вот я всегда делаю. И... Пожалуйста, ну 8, восьмерочку, давай. Отлично. Давай. Я просто злой просто, давай, ну уже. Оу, oh, yeah. Это было довольно непросто, конечно. Окей, давайте еще последний, да? Последний, отлично. Кстати, там, наверное, кто догоняет, что-то я не увидел. Вот он. Софи Мартина, что ли, вроде, или Джек Бентон? Бля, хоть бы не Джек Бентон, хоть бы не этот пидорас желтый, реально бесит. Он меня реально очень бесит, раздражает, реально бесит. Так, все, давай, тупо давай. Ну, восьмерочку, ну, ух ты, сука. 7 пинс. Окей, последняя. Фух, давай, последняя. Так, сразу же надо вот. Так, и сразу же. Оп. Отлично. Просто супер. А, еще последняя. Окей. Это странно. Вообще, футаут мне честно очень сильно нравился в детстве, но сейчас я не знаю, как реагировать теперь на него, потому что, ну, считаю, что он... Ну, до сих пор такой же крутой, я так думаю. Оу, да, это же страйк. Оу, я. И я выиграл. 1500 плюс копилку, окей? Так, чё, посмотрим, что-нибудь в апгрейде, что можно еще апгрейдить. Так.
Body. Strange Way, Acceleration, нет, там не хочется снизить свой Acceleration. Вот, кстати, да, Handling, вот, еще не прокачал еще. Так, Suspension Exhaust, все. Так, а здесь Gearbox, да. Кажется, не заметил, вот, шины. Окей, последние, последние. Надо еще закончить еще трюки. 4 круга. Давайте погнали. Так, Джек. Безобидно, ты меня очень сильно бесишь. Ты очень бесючий. Вы все бесючие. Вот сейчас они будут, я думаю, на победу настроены, потому что, ну, лол. Они понимают, что если я сейчас выиграю, то все. Бля. Пиздец. Я уверен, что они пиздец как настроены на победу. И посмотрите, как вы... Чё, блин, вы чё, охренели? Ну, посмотрите, чё они. Чё такое? Уманулся, чё? Чё происходит? Почему они так быстро все удрали? И, кстати, ой, блин, это же та карта бесючая. У неё очень короткие круги. Все ясно. Значит, надо быстро вырывать победу. Софи Мартинес, господи, опять эти ненавистные мной люди. Блять, съебись, реально. Так, Софи Мартинес, иди в пизду. Иди в пизду, иди в пизду. Так, я не хочу отдавать себе победу, потому что пошла на нахер. Не, все, давай, бай-бай, до свидания. Смотри, какая, блядь, упорная. Ладно, хоть по-плохому, окей, окей. Вот себя себя будет по-плохому. Ты видишь, что я творю, блин, я вообще, блин, туркач, нахуй. Один трусик, оба. Нет, тут короткие на самом деле круги, так что не, не будем пока что вот всех мочить и прочее, потому что мы тупо сольем. Такс, 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 отлично. Что-то валяется. Блять, что-то не помешало. Ого. Вот что же. Все очень быстро и четко продумано. То есть, блин, все, тебе на дороге абсолютно все мешает. Все абсолютно. Запчасти противников, это, то-то, это. Все абсолютно мешает тебе на дороге. С одной стороны, это типа, ну, круто. А с одной стороны, некоторых это сильно бесит. Не знаю, но меня лично, да, немножко раздражает, подбешивает. Когда что-то валяется на дороге, ты такой, бляха, опять. Валяется на дороге, и ты такой, блин. А твоя машина подскользнулась, вот это вообще ржака. И у нас, кстати, новый круг, да? Да. Круто. Фух, так, у кого лучший круг? Блять, Кэтчер Джексон. Не понял. Бест разрушитель, что ли? Не. Окей. 5-4 круга. Ну и сейчас мы вот это все пройдем и все. Ну или дерби, что там еще будет дополнительное. То и пройдем. Так, Джек, сразу же свали. Умоляю тебя. Ты меня сильно очень бесишь. Ты всех бесишь, всех нас. Рэй Картер, кстати. Заметил? Рэй Картер у нас тут в игре. В плане того, что типа лоу, он всегда тусовался где-то, ну, сзади где-то там. Ну, вы поняли. Блин, такой был смачный просто. Я бы сейчас просто ёба. Ух, блин, это было так бы. Ладно. Ой-ой-ой. 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 Ну, бля, Малков чисто жирный, реально. У него как будто тачка даже хуже моей. То есть, ну, в прямом смысле. Бля, как ты мне бесишь, сука, ладно. Извините, не удержался.
честно, вот часов Мартинес бесит, очень-очень-очень сильно бесит своим присутствием, а ты еще тем более меня бесишь, Ваня. Отлично, потеряйся. Джек, 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 Джек. Тебя, видимо, ничего не учит, да, я так понимаю? Почему жизнь? Ну, давай, до свидания. Ладно, ты хочешь бороться за победу? Ну, не. Хотя, в принципе, у тебя есть шансы. А у меня шансы на то, чтобы я раздолбался. Кстати, давайте лучше реально Джека сдогоняем, потому что, ну, он что-то угнал куда-то. Джек, ты же не думаешь стать там первым местом, верно? Если ты хочешь, то тебе жопа, понимаешь? И потому что знаешь, с кем связался? И ты связался со мной. А ты знаешь, кто я? Если нет... Блять, ладно. Блять, сука, как же меня бесит реально, блять, тут все абсолютно. Не, с одной стороны, блять, это охуенно продумано, блять, сука, это так бесит на гонках. Потому что я не хочу отвать эту... Блять, я... Знаете, просто хочется... Ударить по столу реально просто забомбить, потому что, блядь, очень раздражает на самом деле. Не, багбировцы реально молодцы, блядь, они охуенные пацаны, но, блядь, мне это бесит. Я хочу просто супер, блядь, материться, ругаться, блядь, пиздить все абсолютно. Стол, блядь, клавиатуру, блядь, реально бесит очень сильно, блядь, все. Как заносит тачку, блядь, это, то-то, блядь, вот реально бесит. Блядь, ну хотя бы Софт Мартинсу, пожалуйста, ебать. Блять, тут все, блядь, продумано, я, конечно, понимаю, это, с одной стороны, блядь, это охуенно. Ну, блядь, мне это толком не надо. О, да, сука. Я первое место сосать, твари. Ой, блядь, сука. Пиздец. Окей, последнее, блядь, мойка. Так, сразу Джека с мойкер потолкаем. Так, что это у нас за карта? Ой, бляха, это моя нелюбимая карта. Я их все, конечно, не помню, но уже сразу говорю, что она моя нелюбимая. Потому что я так не хотел. Так, сразу же ее толкаем. Чупы нет. Так, солитер на своем пикапе вот это. Ой, блядь, Малков опять творит всякую хуйню, реально. Все повторяется, как у Булкина, честно. Малко всякую хуйню творить. Софи Мартинес, бесючая сучка, блять. Машина переворачивается, заебись, классно. Блять, хочется их столкнуть, блять, в воду, но, блять, я не смогу. Посмотрите, какие пидорасы, блять, довольно такие. Это Мокер, а что у нас с Веном, да? Блять, ну... Вот тачку реально заносит, блять, реально. Просто в пизду какую-то заносит ее, блять. И, знаете, баг еще один, смотрите, прикол. Вот, что это за хуйня? Почему у меня тачка останавливается именно тут какая? Вот она тут такая, снижаем скорость. Такие, пизду. Так, ладно, я не советую. Так, солитер выебалась. Ничего удивительного. Ты тоже не больше скоро, понимаешь? Угу. Молодец. Рейкард, здорово. Что ты забыл? Так, кто у нас первый? Эти Джексон. А у нас на каком она месте? Хотя, вряд ли она выиграет, потому что лоу. Но у меня там уже вроде много очков, не? Если мало, то плохо. Так, окей. Так, потеряйся, потеряйся. Тачка мне тут как, вот знаете, замедляется как-то. Я не знаю почему, может какой-то баг, я не знаю, с этой карты. Или специально. Хер знает, честно, вот, блин. Полно багов, вот видите, просто тачку заносит, блядь, это я... бля, жестко. С одной стороны, багбируются, продумали реальность до мелочей, но, бля, это так раздражает. Не, я не жалуюсь, конечно, но иногда это раздражает очень сильно. И давайте догони, кстати, этих пидорасов. Кто у нас там, Джесси Уокер и Софи Мартинес? Ох, сука. Как же они бесят. Вот реально тут какие-то прям пиздец какие. Такие какие-то.
И каждый запоминается по-своему. Кто-то бесит, кто-то вытворяет ахинею, как Фрэнк Малков. А кто-то реально тебя просто до мозга костей раздражает, ты хочешь его просто уебать об стенку. Об какую-нибудь. Вот посмотрите. Вот! Даже боты замедляются, и... Кажется, это неспроста придумано. Хм. Кто знает. Ой, блядь. Блядь. Отлично. Так, главные повороты тут входить в них нормально. Значит, когда он будет входить в них? Ну, понял. Блядь, а ты можешь съебаться, пожалуйста? Спасибо. Блять, у меня как всегда тачка, блять, вот вытворяет какую-то всякую хинею, честно. Блять, ну, ёбаный в рот. Я, конечно, не хочу проигрывать, но, блять, ну такое. Я, конечно, все понимаю, да? Ну, блять, я не вижу, когда тачка замедляется, ну реально, это просто уёбищное говно, просто уёбищное тупого говна. Короче, эта карта реально, блядь, хуёвая, блядь, параша, блядь. Я ненавижу эту карту, честно. Когда вот машина такая... блядь, заебись, Джек Бентон, блядь, вообще, блядь. Пиздец, ёбаный в рот, пизду, блядь, реально. Дерби, окей, блядь, пройдем дерби и, блядь, наверное, закончим на это, что и, блядь, в пизду. Я не хочу, блядь, проходить это. Блядь, да хуя карта, ебануться просто. Угу, нормально, классно. Нет, давайте дерби пройдем и на этом все. В следующей серии продолжим у него творять. Дерби, заебись. Кстати, карта, кстати, очень классная. Детализированная. Блять, вот, можно вопрос задать? Какого хуя? Надо кого-то уже сломать, ебать. Нормально. Почему-то дали только одну звезду. Отлично, блядь. Давайте разгонимся, пожалуй. И въебемся в кого-нибудь такого сочника, смачненького. Вот. Ладно, давайте с первого лица... Блин, просто заебись. Вот это просто вот кайф. Блять, а можно... окей. Такс. Бам! Бам. Тупо вообще валим тут. Не знаю, что вытворяем тут мы, конечно. Так, блять, я хочу тоже кого-нибудь, блять, уже разрушить. Так что, бля, посрамись. Отлично. То, что я хотел. Бля, да хуя звездочек, честно. Так, давайте Фрэнка Малкова, я не знаю. А хули нет. Но ты мне больше нравится, сладенький. Сладенький, ты мой. Блядь, давайте ресетимся, блядь. Ой, бля. Ой, бля. А чё я творю? А кто знает? Так, давай. Бам, тупо ебать, шпар. Так, давай. Бам, тупо. Минус две. Как ты меня бесишь, чувак, реально. Ура, я король зверей, ёпта. О, кому-то сейчас не повезет, дико. Ну ладно, блядь, хули. Окей. Кто тебе повезет? Ладно, блядь, тебе не повезло. А он сам уничтожился, не? Мне кажется, просто. Бля, слушай, Джек, я, конечно, все понимаю, я тебя не люблю, но давай, иди в пизду. Так, ебать, ты чё? Малко. Ой, Малко, что-то у нас хп мало, да? Мало хп? Ой. У кого-то хп уже нету. Вообще ноль. Нету. Хотя, блядь, у него тачка, в принципе, выглядит довольно неплохо, на самом деле. Может, он сам вас уничтожит? Ну ладно. Изи. Просто изи.
Что ж, на этом все. С вами был Гантриус. Продолжим в следующей серии. Всем удачи и всем пока.